весом до 77 кг. Сичок Павел, город Москва. Весовая категория до 85 кг. Иванкин Константин, город Москва. Соломатин Александр, город Москва. Орловский Анатолий, город Москва. Марков Андрей, город Видное. Итак, на штанге 70 килограммов. Начинаем второй поток. Сычев Павел, город Москва, первый подход. К следующему весу готовится Иван Константин. Thank you.
Хорошо. А то, что там 75 мобилов, 70 этажей. Иван Филипп Константин, второй подход, 97 этажа, город Москва. Вес установлен. Иванкин Константин. Третий подход, город Москва. А на вес 115 готовится салон от Александра. Thank you.
Up. Yes, sir. Вес установлен. Орловский Анатолий, город Москва. Отход. Соломатин Александр, второй подход. Вес на штанге 120 кг. На 122 готовится Орловский. На штанге вес 122 кг. Орловский Анатолий. Мастер спорта, город Москва. Первый подход. На 125 готовится Марков и Слонатин. Вес установлен. Марков Андрей, город Видное. Первый подход 125 кг. Thank you.
Все, 28 кілограм. Вес установлен. Орловский Анатолий, город Москва, Парапарсо. Вань, где ты ходишь, Вань? Извиняюсь. Что делаешь? Верно. Это штангу 132 килограмма. А Орловский Анатолий заказывает в следующем весу 133. Вес установлен, 132 килограмма, Марко Пандрея, город Витле, второй подход. На 133 готовится Орловский. Марк заказывает третьим подходом 137. Вес установлен, 133 килограмма, Орловский Анатолий, город Москва, третий поток. Давай, Коля. Но у Марка Андрея есть еще один подход. 137 наш штангу установить. Орловский пока является лидером своей категории по рывку. 85 килограммов. Так, на штанге 137 килограмм. Марков Андрей, город Видное, третий подход. Поддержим ответа. Держи, держи, держи! Держи!
Сейчас пока перерыв. Все, что ли? Главный секретарь наших соревнований. Сейчас никто не расходится. Сейчас в кубке будут все предоставлены номерки. Каждый вытаскивает, а потом будет лотерея. Каждый зритель, участник может получить целый приз, поучаствовать в лотерею. Все подходим сюда за своим счастливым билетом. Значит, проводим лотерею интернет-магазина спортивной экипировки. Владелец интернет-сайта Безбородов Алексей Александрович. Вот он. Серый олимпийский Адидас. Ну, а будем проводить лотерею. Мы ему поможем. Вот сейчас он... Здесь 60 номерков. Он засыпет в этот... Лототрон. Лототрон. И такой... У нас 5 призов. У нас 5 призов, соответственно, шансы... Нулевые. 5 удачников. Да. Вообще нет. Участвуют все призы, спортивное питание. Если есть дети, я думаю, они найдут, кому их подарить или продать. Так, ну что? И такое же количество я с такими же номерками кладу в кубок. В кубок перемешиваю. Дополнительно вы будете, можете иметь вот такую возможность перемешать, выбрать, как вы хотите. Но только не смотреть. Я буду каждому подходить, желающему. Он вытягивает этот номер. Фотографируем. Я, погодите. С Дмитрием Берестовым можете фотографироваться рядом. Олимпийский чемпион, легенда наша. Единственный олимпийский чемпион этого века, 21-го. Пожать ему руку. Ребят, подождите. А по два можно брать? Нет, берите по одному, чтобы было честно. Бери президента. Бери, говорю. Все участвуют, бери президента Московской области. Берите камеру. А у меня 13. Это не важно. Все когда улыбки это смотрю, да? Билет уходит 7. Да, билет уходит 7. Я думаю, количество билетов больше, чем надо здесь. Давай. Александр. Ну, а ты взял? Александр. Если кто-то нечаянно взял 2, один верните. Да, любой, забирай. Кидай туда. Вот, да. Ответственные, один уже вернули. А это где? За вас? Что, остались? А куда надо кидать? Никуда не кидать, сейчас мы вытаскиваем. А желающих больше нету? Там тоже надо. Надо вот. Ну как это тут народ? Туда подошел я уже. Я вот сверху снимаю, вот так, Саша. Какая разница? Один, один, все. Не, вот отсюда. Да. Должна пробовать. Куда пошла? Все взяли, да? Все? Все купили. Так. Кто не успел взять билетик? Счастливый. Сколько сейчас осталось? Есть какие-то билеты? Нет, сейчас кто-то выиграет. Можешь сюда, можешь сюда поставить. Все, выложить. Вот, пожалуйста, можно взглянуть. Потрогать. Порадоваться. Ну что, поехали, кто? Ну, давайте выберем. Сейчас, подождите, у нас один участник еще. Опоздавший. Выигрывается уже. Это практикуется. Самого молодого участника. Кто? Вот ты? Сколько билетов? Как тебя зовут? Как зовут тебя? Занимаешься спортом? Штангу поднимаешь? Какой разряд? С соревнований выступал? Вот, все, красавчик, свой человек.
Так, друзья, давайте по очереди. Первое, что мы вытягиваем, это баночка энергетика. Да. Гуарана, кофеин, женьшень. Да, разыгрываем вот. Начнем с маленьких. Начнем с маленьких сначала. Парниш, я поделюсь, доставай. Для любителей. Оборачивайся, потому что умираем. Да, 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 надо было, конечно, сложить. Нет, ручку запускай. Интересный номерок вытащил. У нас, кстати, остались еще не вытащенные, так что... 37. Есть у кого 37-й? Спортсмен! Чемпион России прошлого года. Знаешь по назначению, что спортивное питание? Дальше изотонический напиток. Изотонический напиток, вкус лимон, пить во время тренировок 20 порций. Отлично, на месяц. На месяц хватит, да. Давай, Богдан, поворачивайся. Богдан, давай. Да? Вперед. Рука. 58. 58. 58. 58. Рукава 58. Мимо. Мимо. Давай еще один. Датский мой вытащил. 12 Никого? Нет. Там много вообще? Нет, осталось. Взяли немножко. Ой, оставшихся немножко, там, может быть, 10-15. Всего-то. Разминаются люди. Белый листок. Вот так. Автомобиль просто ходил. Техническая ошибочка. При нарезочке. Номер 20. Вот есть номер. Номер 20. Победитель. И опять спортсмен. Опять спортсмен. Держи. Недавно поднимал на чемпионате Московской области. Подвинься, не видно. Почему не выступает здесь? Не знаю. Что, может быть, давай. Нет, еще одна банка изотоника. Да. Еще такая же баночка изотоник. Первый. Номер один. Номер один. Тишина. Убирай. Убирай. Прости. 57. 57. Блин, еще немного. Нету. Есть. Есть. Тоже ветеран тяжелой атлетики. Города Вижный. Здесь, я думаю, большинство. Так, и дальше еще два пакета изотоника, уже большая фасовочка, 3 килограмма. И что с ним надо делать? Пить во время тренировок повышает энергию, витамины, минералы, углеводы, эльшеретин. Ну, отлично, да. Так, ну что? Волнуйтесь, тряситесь, пойдите. Правее, правее, пожалуйста. Правее, да. Свой номерок. Но... Опять технически. Да. Почти, чтобы не выиграл. Барабанная дробь. 56. Где 56? Нет, ну, да, что ж такое? Да, вокруг дома, да, у тебя 57. 33 достань, парниш. 9. Ну, что ж ты, 53, да, 6. 6, у меня девятка, давайте. Где 6? О, тоже спортсмен. Сайкин. Да, мешайте, да, хорошо. Значит, не случайно люди здесь. 13-го что-то нет. Лево, справа. Так, ну у нас еще один пакет. Хорошо, помешайте. Давайте, хорошо, помешаем. Витамины, минералы, карнитин, аспартам. Фри. Верчу, верчу. Свободные. 33 хочу. 9 хочу. Ура, мой! А можно еще раз повторить? Спасибо.
Сколько каждый соревнований? Новая, наконец-то, доставай свой пакет спортивного питания. Четвертый номер покажи. Где твой четвертый номер? Четыре покажите. Да покажи свой четвертый. Так радуешься? Да, кому не досталось, то, пожалуйста, проходите вот туда в уголочек. Давай, и все претензии к ним, да? Да, и теперь уже... Телефон уже не нужен. Все, питание. Куда? Куда? Наш танк 90 килограмм. Сычок Павел. Первый подход. Город Москва. Вес установлен. Сычок Павел. Город Москва, второй подход. Продолжение следует...
Между вторым и третьим потоком будет конкурс для зрителей. Так что далеко не расходимся. Вес установлен. Иванкин Константин, город Москва, первый подход. Каждый может поучаствовать. Выиграть. Всем на приз. Установить на штангу 130. На 130 готовится Иван Константин. А на 140 сломать Александр. Вес установлен. Иванкин Константин. Третий подход. Второй подход. Вот у вас. Вес установлен, Иван Константин. Так, а ранее по 2% подряд, 2 минуты на подготовку. Попытка закончена на 127 килограмм. 140 сегодня штанг будет. Вес установлен. Соломатин Александр, город Москва, первый подход.
Смотри, 145 наш там. Yes, sir. Thank you.
может быть. Без взятки. Сейчас 150 грамм осталось. Ломатина Александра закончит с результатом 150 килограмм. Суммой прибора 275 килограммов. Итак, остались два ответа, которые между собой выбирают первое и второе место. Весовой категории 85 килограмм. Это Марков Андрей, город Гридное, и Орловский Александр, город Москва. Анатолий. Извините, Орловский Анатолий. В руке Марков Андрей не 4 килограмма обыграл Анатолия. Итак, вес установлен 152 килограмма, Орловский Анатолий. Вес 155 килограммов. Марков Андрей, город Гидзе, первый подход. Еще не было.
162 по килограмму. Итак, Орловский Анатолий на данный момент на 1 килограмм прибегает к Марку Андрею. У Марка Андрея есть еще два подхода. К второму подходу Марка Андрея заявляет 162 килограмма. Наш танк вес 162 килограмма. Марков Андрей весит 80 килограмм 500 грамм, а Орловский Анатолий 83 килограмма 350 грамм. Марков Андрей, второй подход. На штанге вес 165 килограмм. Орловский Анатолий, город Москва. Третий подход. Поддержим ответа. Конкурс для всех желающих.
могут участвовать все. Конкурс несложный, веселый, задорный. Как девушки, так и мальчики. Награждаться будут, правда, отдельно девочки от мальчиков. Конкурс заключается в чем? Очень простой. Наверное, кто-то где-то видел. Значит, расставляются стаканчики. Начнем, ну, не знаю, с 8, например. 8. Все участники ставят друг за другом. Я так как расстраиваю конкурс, участвую так, что будет неплохо. А суть конкурса? Сейчас, секунду, терпение. Значит, по очереди все встают друг за другом. Кто прошел, тот опять встает в очередь. Очень просто, надо пропустить стаканчик между ног. С каждым разом, после каждого участника, вернее, после каждого круга, добавляются стаканчики. Задача ясна? Я пойду. Задача, значит, смотрите, еще какой нюанс, чтобы не было таких перепрыгиваний. То есть проходим стаканы максимально рядом. Можно сильно широко, чтобы... Блядь, я в мотне. Итак, участники, все желающие. Вань, ты выиграешь здесь, иди. Иди участвуй, у тебя ноги длинные. Пойдите сразу все тут. Да, ну поснимайте кто-нибудь, на мне поснимайте. Сейчас познакомимся, сразу. Ты будешь участвовать? Пойду, на кого? Алло. Вань, иди поснимай, Вань. Девочки, внуку отлично. Очень хорошо. Не подальше, ему не нравится. Так. Так, теперь устроимся по очереди. Быстренько поверили мальчик, девочка, поставим, хорошо. Мальчик, девочка. Девочка. Мальчик, девочка. Еще девочки есть, нет? Миша пришел, Миша, давай на конкурс заходи. Миша, давай. Миша, давай на конкурс. Так, а мы поддерживаем участников. Значит, запомнили, да, круг заканчивается. На Анатолий добавляем стаканчик и по новой. Ждем. Поехали. Можно музыку включить? Может быть, пока два. Пока два. Блин, нихуя не видно. Стараемся, ребята, стараемся. Сейчас потому что будете задевать штанинами и так далее. Поэтому, девочки, внуки, ну хорошо. Добавляйте стаканчик. Поехали. Я тоже хотел поучаствовать. Поддерживаем участника. Сделай погромче, как в тему, песни, как в тему. Погромче, сделай песни в тему. Отлично. Саш, делай громче. Два. Блин. Песня в тему была. Два. Хоть пять. Поехали. Стараемся. Хорошо. Отлично. Достаточно. Еще два или один? Грач, проиграешь, убью. Давай два, пока кто-нибудь один не вышел. Поехали. Нифига. Чуть-чуть задел, прости, мой разумчик. Стараемся. Сняли, смотрю, отлично. Скорплат, и так далее. Владимир, не потянись, ничего. Хорошо,
Так, правильно, один? Два. Ну, смотри, девочки согласны два или нет? Нет, нет. Грай! Вань, Ваня, джинсы снимай. Привет, привет. Молодец. Так, пошли чудеса раскачки, ребята. Так, так, так. Не перепрыгиваем, не перепрыгиваем. Смотрим внимательно. Ну ладно, девочки, прощаем пока. Отлично, отлично. Не перепрыгиваем. Один или два? Один. Один, хорошо. Наконец-то, удались. Так, стаканчики сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Пока, слава. Давай, Богдан. Лопа. Извините, спасибо за участие. И начинаем. Нормально, нормально, нормально. Борьба между девочками. А между мальчиками отдельно. Хорошо. Девочки, старайтесь сильнее, старайтесь, старайтесь. Надо, надо, надо. Отлично. Хорошо. Так, ты уже иди отсюда. Я говорил про джинсы. Грачи, да пипец. Отлично. Друзья, не перепрыгивать, нам в следующий раз накажем. Так, один еще добавляем. Девчоночки, стараемся, если все трое задержат, все трое выглядят. И тогда один приз на проект получит. Так, закап. Поехали. Аплодируем! Извините, сам! Можно размяться пока, стаканчики. Да, да, я стараюсь. Так слышно, хорошо? Поехали! Кто запомнил, сколько стаканчиков? 19! Так, неплохо! Так... Стараемся, стараемся! Отлично! Ничего себе! Прилетаем! Ну как не селятся олимпийские чемпионы, ребята, знаете, да? Опыт есть! Так! Стаканы считаем? Нет? Нет. Потом посчитай! Не задевать, не задевать! Уже вам почти. Так, так, так. Так, и на носочков. Можно руками помогать. Главное, чтобы ноги аккуратно. Одиночка, извините, задела. Руками можно вставать, но только чтобы ноги проходили. Вот еще один. Спасибо. Так, руками можно помогать. Не забывай. Что? Что опять? Нам все поставили. Блин, сейчас с этого будет только рядом добавлять, какая разница. Толя, что ты не знаешь? Центр не видишь, помог или что? Отлично, можно еще один прибавить. Что опять не знаешь? Он выше, сейчас остальное. А, выше? Там еще будет меньше потом. Хорошо, мы делаем специально для Анатолия. Берем маленькие стаканчики на края. Сколько? Два, три, четыре, пять. 16, 17, 19. Добавляем маленький, 19,5. Поехали! Стараемся не забивать! Конкурс шуточный, поэтому не придирайтесь, уж прям там стаканчик больше элементов. Можно поехали, поехали, поехали. Она не сдается, она еще может и у мальчика выиграла. Бля, как ты мог? Поехали. А я это... Снимай скорее! Уникальные кадры! Давай! Уникальные! Отлично!
Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Отлично. Волшебно. Разогнались, мы будем стакан тут добавлять. 19,5, теперь 20. Пойдем. Есть. Аккуратнее, аккуратнее, Дим. Я понимаю. Сейчас заодно разомнешься перед другом. Отлично. Теперь бороться. Есть. Так. Скоро среди девочек у нас. Поехали. Давай, 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 давай. Хорошо. 20,5 стаканчиков. Хороший размер. Поехали. Смотри, что без рук-то, твои чудеса появились. Паренек из видного. Запас, запас. Да, 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 спокойно, спокойно. Ты же еще не закончил. Так, добавляем еще один, да, участники убывают, стаканчики прибывают. 21. Маленький за половинку у нас считается. Мы поддерживаем, поддерживаем, друзья. Не участвуем, хотя бы поддерживаем. Стараемся, отлично. Мне кажется, еще раз даже грамотно будет. Руки что не используют. Но мы все равно там, детям до 18 призыв. Участвуем, молодец. Тише, тише, тише. Да, молодец, здорово. Я олимпийского чемпиона. Стоит заказ. 21,5. Вот размер. Давай, давай, Димка, на носочках, на носочках. Давай, давай, давай. Задел. Задел. Задел, задел. Он же задел. На месте стакан. Так. Оттуда не брали. Так, стоп, 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 стоп. Это же мы проходили уже. Да. Как же неудобно. Не спеши, не спеши. Внимательней. Стараемся, стараемся, стараемся. Молодец. Ва! Еще один маленький стаканчик. Потом добавляется снова большие. Извините. Сами просили раньше маленькие добавлять. Не-не-не, нормально, чё это? Балдеи! Кому это борьба! Мы же из одной команды, может... Мы сдаём. Давай, 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 давай! Красавец! Поехали, поехали, поехали. Не-не-не, их еще не проходили. Внимательней. Аккуратно. Пиши, не спеши. Браво. Мужчины и девушки. Так что она победитель. Она не просто победитель. Она же не показалась. Она просто чемпионка сегодня. Далеко не уходите. Так, так, Сань, помоги мне чуть, чтобы все ровненько было. Осталось два сильнейших участника. Мы отдаем победу. Узнаем, у кого длиннее ноги. Так, добавляется еще один стакан, да? Мы отдаем победу. Нет, победитель мужчин и женщин. Так что остались только мы. Да, борьба среди мужчин, извините. Иди. Кто готов? Добавляется зеленый, внимание, могу зеленый поменять. На маленький, ладно. Специально. Так. В лице написано. Так, будем, нет? Нет. Нет? Просто смотрим. Блин, уже развязка близка. Ребята, надо посчитать, мне кажется. Сейчас тоже раздавим чуть-чуть. Чем? Знак. Чем задеть? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Говорят, штангисты, штангисты, а растяжка какая, как у них капли. Да. Знаешь, как у штангистов,
Это у меня атлет, в раздежке как бы. Так, Дим, ну что? Да, так как Дим участвует. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть стаканчиков. Молодец. Не пришли. А теперь столько же выпей. Необычные подарки. Спортивного мероприятия. Этого мало, стаканов 26. После сегодняшнего праздника будет чем закончен. Стаканчики можно взять на память. Победитель конкурс, выйдите, пожалуйста, награди. Алёна Васильева. И Алёна Васильева. А всех 12 участников. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Так, весовая категория до 77 килограмм. Первое место занял Сечев Павел. Сумма выходит 170 килограмм. Награждается тренер победителя Бородой Валерий Анатольевич.